Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Восточный гребень уральского антициклона на юге Сибири рассеивает облака, начиная прогреваться солнцем днем, но остывать ясными ночами. А теперь о погоде более подробно. Во вторник, 23 августа, в Новосибирске без осадков, утром местами туман. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Ночная температура плюс 6,8. В дневные часы воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В последующие двое суток погода также без осадков. 24 августа за окном в ночные часы 6,8 тепла. В дневное время ожидается плюс 21-23 градуса. 22-го за окном в темное время суток плюс 8-10 градусов. Дневная температура поднимется до плюс 25-27. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю хорошего настроения.